Всем привет, друзья! Всем привет, мои любимые друзья! Сегодня мы решили поиграть. Игра наша называется «Игра-головоломка. Баланс». От 2 до 4 человек. Построй самую высокую башню, но не потеряй равновесие. Сейчас мы будем играть втроем. Да, Дима? Мама, ты с нами? Да, конечно. Мне очень интересно, что же это за игра «Баланс». Опа! Какие-то кнопочки цветные. А это основа, наверное, сама. Каждый игрок выбирает цвет фишек и забирает все фишки этого цвета в свои владения. На пуговки похоже, да? Ты даже кубики вот есть. А, один кубик, да? Ты какой цвет выбрал? Я синий. Синий. Мама, ты какой цвет выбрала? Оранжевый. Оранжевый. Давай маме дадим оранжевые фишки. Себе все синие забирай себе, Дима. Моя. А я выберу красный цвет. По сколько фишек-то получается здесь? Опа! Минус одна фишка. Посчитай, сколько фишек у тебя. Три. Мама, тоже посчитай. Два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, нет? Как? У меня 12 получилось. Ну-ка, мама, считай по новой, давай. У тебя тоже 12. А у Димы, наверное, сколько? 15. Нет? А, точно 12. 3 на 4, 12. Тоже 12. Так, основа наша готова? Ой, смотрите, основа она готова. Вообще неустойчивая. Баланс. Как же мы будем сейчас баланс вот так устанавливать? О, ух ты, вот ничего как себе, а как ну, баланс установить? Теперь смотрите, игроки по очереди бросают игральную кость. Угу. Тот игрок, чье число на кости будет показывать больше значения, начинает игру. Давайте разыграем, кто будет первый. У Димы один. Так, давайте я брошу, посмотрим, сколько получится. 5. Похоже, о, папа первый. А у меня 4. Ну, я вторая. Я буду первый тогда ходить. У меня 5, у меня 8. Так, а давайте решим, кто проиграет, что делает у нас проигравший. Кукарекает или прыгает на одной ножке? Я буду кукарекать. Кукарекать, если проиграешь, а папа тогда будет прыгать на одной ножке. А я тогда буду выигрывать. Пока папа разбирается с правилами, Дима уже тут фигурки строит из своих деталек. Кто уронит поле, тот выбывает. А оставшиеся двое будут на победителя играть. Давайте по очереди. Я кидаю первым. Поехали! 3. Я должен поставить фишку на циферку 3. Шестерочка. Дима, теперь ты ставишь. Давай, находи четверочку. А где она? Два. У меня тоже двоечка. Давай уже показывай. Давай. Единичка. Один это в центр, значит, ставишь. Нет. 4. 4. Так, кидаем. У нас пятерочка. Смотри. Опа. О, 6! Да, Диме попало? 6. Давай, это значит любое место. Место. Выбор у тебя есть. Ну-ка, давай. Я хочу. Вот, смотрите-ка, ровный у нас пока что баланс. 5. Мама. Давай. Троечка. Троечка, троечка, троечка. Я хочу. Ну-ка. Ого, немножко наклонилась, да? И у меня 6, да? Мы сейчас, если все... А, 6 это же можно любую, да? А давайте я вам для баланса вот сюда поставлю. Давай, давай, давай. Тоже 6. Сам выбирай тогда. 2. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А если все двойки закончились, получается вверх надо будет их друг на друга наставлять, да? Ну так? Да. Угу. Ну пока Дима, что у нас ходи. Прям вообще все ровненько идет, да? Давайте продолжаем, ребят. О-о-о! Все, мама проиграла. Лайк, лайк, лайк. Много. Смотрите наш канал, ставьте лайки, подпишитесь, кто еще не подписан, и следите за выходом новых видео. А мы еще поиграем, друзья.